«Энциклопедия катастроф». В этот сборник вошли наиболее серьезные природные катаклизмы – ураганы, торнадо, молнии, землетрясения и пожары. Вы сможете познакомиться с наиболее страшными извержениями вулканов, огромных цунами, пронесшихся по водам Тихого океана. Каждое явление природы нашло свое объяснение на анимированных моделях, представленных на этом диске. Помимо видеоизображений в энциклопедии имеются фотографии и документы, демонстрирующие проявления и последствия этих явлений. Единственное, что можно сделать, это прогнозировать такие явления и подготовиться к встрече со стихией.